Строительство крытого ледового катка создаст дополнительные возможности для спортивного роста города. Рустем Хамитов лично убедился, над строительством крытого ледового катка трудятся опытные специалисты. Основной этап строительно-монтажных работ подошел к концу. Вместимость арены рассчитана на 600 посадочных мест. Также будут оборудованы 6 раздевалок, тренажерный зал, помещение для проката коньков, а также зеркальная комната для тренировки фигуристов. По словам директора общества с ограниченной ответственностью «Акрополь» Хайдара Гайсина, финансы, которые были выделены, освоены. Чтобы закончить строительство здания, рабочие ждут нового этапа финансирования. Сегодня мы завершаем, уже завершили практически третий этап финансирования, третий контракт долевой. Освоено 132 миллиона. Но если в масштабах смотреть, подняли весь каркас, обшили снаружи и с витражами, и материалами фасадными, завершили кровлю, подвели наружные все сети. Ну и на сегодня вот такой этап. Ну, внутри вот проведены электропроводная часть, и в основном штукатурка тоже завершена. Заливка полов выровнена под чистовую отделку. Сейчас осталось серьезных объемов, это ледовое поле, которое мы сейчас готовим. Город ждет следующего этапа финансирования. Строители ждут ассигнования уже сейчас. Однако финансирование прогнозируется только с начала будущего года. Мы надеемся, что нам немножко лимит найдут, выделят средства в этом году, чтобы не стоять до Нового года. И как бы хотелось, чтобы не стоять и завершить строительство, как бы задаваемые сроки в июне, чтобы торжественно этот дворец наш открыть, для нас который дворец, да, в июне. Если так не будет происходить, но в любом случае, чуть с опозданием, я думаю, с Нового года, если будет финансировано, может там сдвинется срок, но в любом случае, за летний сезон, я думаю, завершим этот объект. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».